Я думаю, что такой тарантизм все более-менее знают, но при этом я столкнулась с тем, что его часто путают с другими явлениями, например, с пляской Святого Вита, хотя это совершенно разные явления, или с другими явлениями ритуального порядка. Вот я сразу хочу сказать, что это ни то, ни другое, то есть его нельзя приравнять к ритуальным пляскам, поскольку пляски при тарантизме носят характер все-таки не добровольный, а вынужденный. А что касается пляски Святого Вита, то, который считается заболеванием, то тарантизм — это как раз не заболевание, а целительный обряд. Значит, я напомню, что это синдром укуса тарантула. Считалось, что можно его вылечить единственным способом — неистовым танцем, который жертва укуса должна исполнять до тех пор, пока тарантул, который ее укусил, и его наследники не умрут. Такой танец длился несколько дней и повторялся в течение многих лет в определенный период. Сложность излечения заключалась также в том, что музыканты, аккомпаниаторы, под музыку которого танцевала жертва, должны были найти, подобрать нужную мелодию, которую считалось соответствующей именно этому пауку, иначе жертва укуса никак не реагировала на музыку, и танец, собственно, ритуал, начинался только тогда, когда удавалось находить эту нужную мелодию. Явление тарантизма распространено в Южной Италии, только в Апулии и только в одной области Апулии. То есть это вот не вся эта часть, которая красным выделена на карте Италии, а только вот так вот самый низ, самый каблук сапога, который здесь на второй карте в более приближенном виде обозначен. Впервые тарантизм был описан во второй половине XIV века, и традиция эта продолжалась вплоть до почти до нашего времени, до 20 века, 50-х годов 20 века, постепенно сходя на нет, в том числе благодаря католической церкви. Тарантизм очень много изучался, написано огромное количество книг в Италии, и в разных аспектах – и медицины, и психоанализа, антропологии, музыкологии, психиатрии, астрологии, космологии, этнологии. Самый главный вопрос, который интересовал всех исследователей еще со средних веков, был, собственно, есть ли этот паук, существует ли он на самом деле, или это только плод фантазии и мифологии. И хорический синдром тогда в основном в литературе средних веков рассматривался в контексте музыкотерапии, которая тогда была популярна. Известный итальянский антрополог Эрнесто де Мартино организовал в 1959 году комплексную экспедицию, в которую входили психиатр, психолог, социолог и этномузыколог. Они еще застали последние следы тарантизма в Соленто и составили такой компендиум, который до сих пор остается самым главным, наверное, исследованием на эту тему, определив этот феномен как музыкально-хорическо-хроматический экзорцизм. Я потом это расшифрую подробно. И доказали, что он ничего не имеет общего с болезнью. То есть, по сути дела, паука никакого нет, то есть никто никого не кусает. Отмечая явные мифологические и религиозные черты тарантизма, де Мартино, тем не менее, считал это явление социально обусловленным. Он говорил о том, что это очень бедная область, там неграмотное население, очень в большой нищете живут, и поэтому у них как выход из своих социальных неурядиц происходит вот такое явление. Хотя мне потом его критиковали. Мне кажется, что нельзя так упрощенно на это смотреть. Все-таки мне кажется, что это явление нужно рассматривать в контексте мифологии и религии. Мифология начинается с самой фигуры паука. Причиной тарантизма в народной культуре считается тарантул. Вот этот сверху паук. Он называется еще по-русски апулийский тарантул. Большой мохнатый паук темного цвета с серо-коричневым рисунком на спине и темной полосой на серо-оранжевом животе. Укус тарантула на самом деле не вызывает только небольшую, выраженную местную реакцию, но практически никаких общих эффектов. Однако в тех же местах встречается другой паук, вот который ниже. По-русски он называется каракурт.
И он, наоборот, не вызывает никакой местной, практически незаметной местной реакции кожная, зато общие эффекты гораздо значительнее. И вот эти эффекты, которые вызывают его укус, схожи с теми, которые описывают жертвы тарантизма. Симптомы включают в себя отравление со спутанностью сознания, серии неврологических расстройств. Это прежде всего боли во всем теле, чаще в животе, депрессии, дрожь в конечностях. Таким образом, при общем сходстве симптомов с укусом каракурта, они приписываются укусу тарантула, который внешне больше ярче просто выглядит, но на самом деле его реальный укус гораздо слабее. Из всех случаев, которые исследовал Де Мартино в своей книге, только два можно связать с реальными укусами каких-то насекомых, ну, может быть, и того же каракурта. Остальные явно ничего общего с этим не имели, хотя свои симптомы описывали именно так. Жертвы тарантизма, вообще-то, надо сказать, по-итальянски называются тарантати, то есть дословно это означает тарантированные, то есть те, на которых подействовал тарантул. Я буду их дальше так и называть, потому что укушенный это не совсем будет соответствовать тому, что в реальности происходит. Об обстоятельствах этого тарантирования пациенты говорят так. Это случилось у окна в полдень, после смерти отца, после сна о змеях, во время молитвы, заколдована змеей, когда шла к морю. Вот здесь именно звучит не укушенный, не тарантированный, а именно заколдованный. То есть змея посмотрела на человека, и он почувствовал себя вот, подвергшимся этому воздействию тарантула. Тарантирован, поскольку увидел, как убивают змею. Большая часть таких происшествий, укусов, можно сказать, в кавычках, совпадало по времени с какими-нибудь переломными моментами в жизни людей. Это смерть близких или крах любовных отношений или неудачный брак. Однако невозможно связать это ни с какими неврологическими или психическими отклонениями, что тоже пытались сделать, поскольку приступ тарантизма может случиться только в определенном ареале, вот я показывала это, за исключением вот этой обведенной красным галатиной. И в определенное время, и исключительно у женщин. Ну, есть там некоторые случаи мужчин, но это где-то 2%, в основном это женщины. Тарантированы могут стать только жители области Соленто, за исключением вот этой галатины, которая считается защищенной от тарантизма благодаря святому Павлу, который, согласно легенде, избавил это место от ядовитых животных. Кусают тарантул исключительно в летние месяцы, с мая по август, что может объясняться тем, что это сезон активных сельскохозяйственных работ, когда крестьяне больше времени проводят в контакте с землей. Но при этом, то есть это можно было бы объяснить еще активностью пауков в это время, но при этом приступы тарантизма, своеобразные повторения укуса, которые происходят каждый год, цикличные, они происходят именно в день святого Павла, 29 июня. В этот день все тарантированные направляются в Галатину, вот в эту, и в храм святого Павла за благодатью, где исполняют определенный обряд. Жертвами укуса в основном становятся молодые женщины или девочки, едва достигшие половой зрелости. И, наконец, тот факт, что излечить укус может только определенная мелодия, которая должна совпасть с мелодией того тарантула, который укусил, подтверждает мистико-религиозные корни этого явления. Согласно народным представлениям, тарантул не только имеет свою мелодию, но и свой цвет. Поэтому во время танца по периметру места, которое предназначено для ритуала, раскладываются платки или куски ткани разных цветов. Тарантированная выбирает ткань нужного цвета и танцует с ней или рвет ее на куски. У тарантулов есть свои имена. Поскольку это существо женского рода, тарантула по-итальянски, ему приписываются женские имена, например, Розина, Пепина, Мария Антуанетта, почему-то самые распространенные имена Мария, Луиза и Кончетта. По характеру тарантулы тоже бывают разные. Есть танцовщицы или певицы, чувствительные к музыке, грустные немые, которым необходимы погребальные песни и другие меланхолические песнопения. Есть еще тарантулы бурные, которые вызывают агрессивное поведение, или развратницы, которые заставляют имитировать развратное поведение. И, наконец, есть спящий тарантул, который устойчив к любым музыкальным воздействиям, и, значит, в таком случае жертва не танцует.
Чтобы уничтожить тарантула и его воздействие, нужно имитировать танец маленького паука, то есть тарантеллу. Танцевать с пауком, быть самим пауком в танце, отождествляться с ним и в то же время побеждать паука, то есть заставить его подчиниться жертве и все-таки его уничтожить, в конце концов, раздавить. Поэтому в тарантелле очень сильный удар об пол ногами. Тарантелла состоит из двух частей. Вот первая часть на полу происходит, обычно в белой одежде, на белой простыне, в окружении музыкантов, которые пытаются найти подходящую мелодию. Музыкальные инструменты — это прежде всего скрипка, бубен и аккордеон, но могут добавляться и другие совершенно разные инструменты. Постепенно, когда начинает звучать музыка, подходящая музыка, жертва начинает двигать пальцами, ногами, головой в ритме танца, который усиливается постепенно. И первая фаза имитирует движение тарантула. Вторая фаза, когда пациентка встает на ноги, начинает выполнять резкие движения в такт музыки, и эта фаза служит для избавления от одержимости. Ну, так описывают исследователи этот танец. А танцы длятся до тех пор, пока жертва не получит грация, то есть благодать святого Павла, которому в момент вертикальной фазы она ведет диалог. Примечательно, что эту благодать можно получить только в определенные часы. С 12 до часу дня или с 3 до 5. Потом, если этого не происходит, уже все переносится на следующий день. После окончания танца, который может длиться несколько дней, тарантати, получив благодать, уже получив какую-то ответную реакцию от святого Павла, отправляются в Галатину, в храм святого Павла, где также исполняют определенный ритуал, вот этот храм. Подчеркивается, что в храм нужно идти в той одежде, в которую жертва была одета в момент первого укуса. Первого, потому что каждый год они повторяются, и вот она должна запомнить именно, как это было в первоначальный момент. И лучше принести с собой вещи, с которыми при ней были в тот момент, когда это произошло. Перед статуей святого в нише, вот там у меня, к сожалению, нет фотографии, перед картиной над алтарем, на которой изображен святой Павел, тарантати просили, очень аффективно просили благодати, катались по полу, забирались на стол для Евхаристии, чтобы дотронуться до картины, били кулаками и плечами о железную решетку, защищающую нишу со статуей. После этого их несли на руках в закрестие, где их тошнило, и они мочились. Вот, извините, такие подробности, но можно себе представить, во что превратился храм после таких ритуалов, и понятна реакция католической церкви, которая старалась избавиться от этого ритуала. Главной завершающей частью ритуала было питье воды из колодца святого Павла. Вот сейчас он закрыт, в 1959 году его закрыли по санитарным соображениям. По преданию, этот колодец был населен пауками, змеями и другими ядовитыми животными. От этой воды больного тошнило и считалось, что таким образом выходил яд. После этого больной считался исцеленным до следующего дня святого Павла, который наступал через год. Фигура святого Павла, конечно, не случайно является ключевой в этом ритуале. Его участие в судьбе пострадавших от ядовитых животных объясняется легендой, по которой святой Павел встретил на Мальте ехидну, которая его укусила, но не причинила вреда. По другой легенде, объясняющей исключительность вот этого места Галатины, некий человек из Галатины приютил путешествующего святого Павла, за что святой Павел ему даровал возможность излечивать последствия укуса ядовитых животных и сделал также целебную воду из колодца его дома. Дом этого человека с тех пор стал называться домом святого Павла, а в XVIII веке якобы именно на этом месте была построена церковь святого Павла, которую я показывала. Несомненно, католическая церковь использовала образ святого Павла, чтобы контролировать явление тарантизма. Однако в итоге, как я уже рассказывала, церковь была осквернена, колодец закрыт. Само явление тарантизма стало постепенно исчезать, а фигура святого Павла стала отождествляться с фигурой тарантула. Как считает де Мартино, упадок тарантизма вызван именно этой связью тарантула со святым Павлом, которая была навязана католической церковью.
Эта связь крайне запутанна и противоречива, в ней сосуществует святой Павел, защитник укушенных, к которому обращаются за помощью, святой Павел, который насылал тарантулов в наказание за какую-нибудь провинность, и святой Павел Тарантул или Тарантул святой Павел, уже нет, непонятно, есть ли какая-то разница, на которую можно воздействовать с помощью музыки, танца и цвета. И, наконец, во время диалогов тарантированных им отвечал то Тарантул, то святой Павел, не всегда понятно, кто это, и, может быть, и то, и другое одновременно. Об отождествлении святого Павла с Тарантулом свидетельствуют и многие тексты, которыми иногда сопровождалась тарантелла. Вот здесь видно обращение к святому Павлу, которое называется «Святой Павел Тарантулов, ты кусаешь всех девушек», то есть уже как бы это святой Павел делает, «и делаешь их святыми». Вот есть еще интересные даже угрозы святому Павлу. Так, сейчас это не... А, вот в этом тексте, простите, что «пошли нам благодать, а то я скажу твоей матери, она тебя, чтобы она тебя уколола веретеном и встряхнула». Так диалог с Тарантулом трансформируется в диалог со святым. Появляются тексты, обращенные то к Тарантулу, то к святому Павлу. Некоторые из них усекаются и превращаются в поговорки. Например, «Тарантул, Тарантул, дай мне немного святой воды, а то я тебе вырву ногу». И вот то же самое есть по отношению к святому Павлу. Святой Павел, смотри, если не дашь мне благодать, я тебе переломаю кости. Упоминание веретена в выше приведенном тексте напрямую отсылает к символике паука-ткача. Что же касается эротических мотивов в первом тексте, то это не случайно. Тарантизм был тесно связан с проявлениями сексуальности, поэтому любовная тематика нередка в тарантеллах, вот как и в последнем тексте. Постоянные аллюзии к любви и к занятиям любви. Тарантальцы считали себя не случайно невестами святого Павла и часто во время ритуалов наряжались в соответствующие одежды. В одном из описанных де Мартино случаев жертва тарантула была укушена после несчастливо завершившейся любовной истории. После этого святой Павел явился ей и велел не выходить замуж, призывая стать его женой. Она же не послушалась, вышла замуж и была укушена снова. Чтобы искупить свой грех, она вынуждена была танцевать каждый год в течение многих лет. Описаны также случаи укусов после гинекологических операций или перед менархией у девочек-подростков. Типичными местами укусов считались ступня, рука и лобок. Такая специфически женская природа тарантизма и отсылки к сексуальности наводили исследователи на мысль о связи тарантизма с менадизмом. Вообще отсылки к греческой традиции очень чисты. В древнегреческой традиции, конечно, вспоминается в первую очередь миф об Арахне, ткачихе, которая была превращена в паука Афиной, за дерзость. Но больше аналогий тарантизм находит в дионисийских культах. Помимо связи маниакального исступления с музыкой и танцами, с дионисийским культом перекликается еще и растительно-водный антураж древних ритуалов тарантизма. Сейчас в последние годы это не сохранилось, но по многочисленным источникам можно это проследить, потому что известно, что раньше ритуалы проводились на природе поблизости от какого-либо водоема, а если в помещении, то интерьер украшался зелеными ветвями деревьев, и посередине стоялся большой чан с водой, увитый виноградными лозами. Немаловажным аргументом в пользу связи тарантизма с дионисийством является и то, что именно та часть Италии, в которой распространен тарантизм, была очень подвержена греческим влияниям. Однако при сравнении этих культов с тарантизмом бросается в глаза одно существенное различие. Я тут цитирую одну итальянскую исследовательницу. «В отличие от дионисизма, в котором ритуальная практика была ориентирована на гармонизацию отношений в единстве, тарантизм в рамках тех же оппозиций был экзорцизмом и адорцизмом одновременно, то есть практикой отдалению от себя зла, по отдалению от себя зла и также практикой по его усвоению и интегрированию». Не следует забывать, что все-таки тарантизм являлся целительной практикой, в основе которого лежит болезнь, вызванная вторжением чуждого элемента, то есть яда. И вместе с ним некоего демона, который внедряет эту болезнь в тело и душу жертвы. И целью ритуала было избавление от одержимости, некий договор с высшей силой. В этой связи мне представляется более обоснованными сравнение тарантизма с африканскими традициями.
Зар, Бори, Вуду и афроамериканскими макумбы и кандомбле, если я правильно произношу, извините меня, если я ошиблась. Все эти культы объединяют хрическо-музыкальные способы лечения одержимости демонами. Сходство, помимо участия женщин, преимущественно женского низкого сословия, проявляются еще и в связи определенного духа с определенной музыкой и хорическим поведением. В качестве отличий исследователи выделяют наличие множества разнообразных духов в африканских культах, а здесь только один тарантул, и отсутствие религиозной структуры, которая есть в африканских культах, в тарантизме. Учитывая, что Южная Италия в Средневековье подвергалась многовековым афро-средиземноморским влияниям, начиная с быстрой экспансии ислама в VII веке, гипотеза о заимствовании тарантизма из Средней Азии, возможно, имеет основание. Тем более, что первое упоминание о тарантуле в Италии относится как раз к эпохе сильного влияния ислама. Существует также гипотеза общего древнего субстрата всех подобных культов, включая греческие, в средиземноморском ареале. Ну, я не ставлю целью найти истоки тарантизма, это, конечно, очень большая проблема, и многие этим занимались, но мне хотелось бы обратить внимание на некоторые существенные моменты, которые, как мне кажется, которым уделялось мало внимания в исследованиях тарантизма, а именно мифологии паука. В разных традициях паук является космическим творцом, демиургом или высшим божеством, созидающим ткань мира. И можно сравнить его в разных совершенно традициях, в туземных в том числе. И у индейцев, об этом много писал Владимир Николаевич Топоров, я не буду сейчас это все перечислять, потому что материал очень большой, и действительно его просто нет времени для этого. Будучи создателем космоса, паук одновременно может выступать и творцом жизни, плетущим паутину судеб, соединенных с ним нитью пуповины. В некоторых африканских мифологиях паук считается хранителем и подателем огня, то есть благодетелем человечества. О том, что паук снует мир, есть данные и в славянских традициях, в качестве угуры, убеловой, в частности, это отмечено. В каталоге фольклорно-мифологических мотивов Березкина упомянуты сюжеты, в которых паук обладает огнем, и чтобы завладеть им, люди стараются танцевать, чтобы его рассмешить. В другом сюжете паук велит всем водоплавающим птицам танцевать, закрыв глаза. Кто откроет, у того глаза станут красными. В древнеиндийской традиции паутина является образом космической ткани, плоти Вселенной и ее первовещества. Это Владимир Николаевич Топоров отмечал. В шаманизме паук олицетворяет тотем, являющийся проводником душ в загробный мир. В такой же роли, благодаря паутине и способности его перемещаться по ней вертикально, паук изображается во множестве других традиций. У многих народов Центральной и Южной Африки божество Мулунгу после своей жизни на Земле отправилось в небесный рай по гигантской паутине. По словам Илиады, ключевой в демиургической роли паука является его способность извлекать из себя собственную ткань. Интересно, что чудесные свойства паука проявляются в его способности лечить болезни. Для лечения лихорадки помещают паука внутрь скорлупы грецкого ореха и вешают на шею больному. И, кстати, такой же обряд зафиксирован у славян. Есть у итальянцев, есть у славян. В Калабрии считалось, что, чтобы избавиться от малярии, надо съесть паука. Амулеты в форме паука или сделанные из пауков считались особенно эффективными. По некоторым данным, паутина действительно обладает антисептическими свойствами. Вообще, надо сказать, что образ паука очень часто используется в совершенно разных современных, в том числе, произведениях и в фильмах, в контексте эротических и любовных приключений, не лишенных драматизма и ужасов. В связи с пауком, болезнью и музыкой можно вспомнить рассказ Жюля Мишле «Насекомое» о виртуозном скрипаче, которому в детстве паук помогал играть на скрипке. Мальчик тяжело заболел и чуть не умер, когда его мать убила этого паука. Можно вспомнить в этой связи запрет на убийство паука во многих традициях, в том числе и в тарантизме, считается, что за это накажет святой Павел. Мы приходим к тому, что паук, точнее паучиха, потому что подчеркивается, что это все-таки существо женского пола, как демиург и, несомненно, существо божественной природы, непосредственно связан с жизнью и смертью, с болезнью, а также с музыкой и танцами. Таким образом, танец в тарантизме приобретает двойное значение, как ритуал экзорцизма,
Тут можно сравнить с данными Тейлора. Я процитирую. «Патагонцы думают, что всякий больной человек одержим демоном, поэтому их врачи приносят к постели больного барабан с изображенным на нем демоном и барабанят с целью изгнать из тела злого духа, причиняющего болезнь». С одной стороны. И с другой стороны, это подражание духу, вселившемуся в одержимого. Тема женской сексуальности связана с символикой созидания, рождения. Можно вспомнить в этой связи извлечение из себя, из пупка паутины, как некой субстанции, то есть по рождению. В тарантизме считается, что тарантул принимает характер умершей женщины, которая в нем воплощается, и передает этот характер той женщине, которую он кусает. В литературе, посвященной тарантизму, делается также предположение, что он является пережитком архаического тотемизма, который, в свою очередь, тесно связан с религиозной системой мегалитической эпохи, центральной культовой фигурой, которая была богиня-мать. Это тоже цитата. Таким образом, напоминая тотемические культы, тарантизм может быть отнесен к ритуалам инициации, в которых шаман с помощью отождествления с духом, животным, божеством должен был пройти некоторые испытания, чтобы обрести определенные качества. Ну вот можно сравнить приводимое Тейлором описание ритуала приготовления кандидата в жрецы у гвианских индейцев, в котором помимо танца упоминается также тошнотворное питье. Тут можно вспомнить воду из колодца святого Павла. Цитирую. «Под конец поста он должен был плясать до обморока, а в чувство приводится питьем, приготовленным из табачного сока, вызывающим страшную тошноту и кровавую рвоту. Такой режим соблюдается изо дня в день, пока кандидат не доходит до конвульсивного состояния. Тогда из больного он делается врачом». Отличием тарантизма от архаических инициаций является то, что после исполнения ритуала тарантати не становятся обладательницами каких-то выраженных свойств, но тем не менее они приобретают определенный статус, который сохраняется за ними на всю жизнь. Связь с божеством Тарантулом и его христианской ипостасью святым Павлом накладывает на них некие обязательства – танцевать каждый год, совершать определенные обряды поклонения, нести своего рода обет. И изменяет их положение в обществе. Окружающие, надо сказать, относятся к тарантате по-разному, но бытует мнение, что нельзя их обижать. Если кто-то их будет порицать или унижать, то потом сам окажется на их месте, то есть станет жертвой Тарантула. Таким образом, Тарантула отомстит. Таким образом, тарантати приобретают статус приближенных к божеству, и за нанесенную им обиду следует месть. Такой же механизм при убийстве паука. Постепенно, сходя на нет в эпоху Ренессанса, тарантизм обрел параллельную жизнь, дав начало светскому танцу, который все наверняка прекрасно знают, тарантелло, или пиццика, что означает дословно «укус» или «жаление». Из сакральной сферы таким образом танец пришел в профанную и стал использоваться как брачный танец, танец заигрывания, исполнялся на свадьбах и других праздниках. Тарантелло как светский танец известен уже с начала XVII века. Поначалу он был народным, потом очень быстро стал салонным, появились разные варианты и контаминации с другими танцами. Композиторы начали использовать мотивы тарантелло для создания произведений, и тарантелло появилось даже на оперной театральной сцене. Таким образом, тарантелло совершенно, казалось бы, оторвалась от своих основ. Особенно она популярна стала в Неаполе с XVIII века, она укрепилась в самом городе, потом стала получать все больше распространения, и потом даже получила статус неаполитанского танца. Хотя первоначально никак не была связана с этим городом. Несмотря на то, что светская тарантелла и пиццика мало чем напоминают танец при тарантизме, есть все-таки некоторые характерные черты, которые вызывают аллюзии с танцем паука. Во-первых, это, как правило, использование платка. В пиццике он служит для заигрывания с партнером, своеобразный ритм, сильные удары ступнями о землю и круговые движения поднятых рук. Здесь на картинке это видно. И что интересно, дальше произошел обратный процесс. Тарантелло и пиццика в 20 веке стали сдавать свои позиции, уступая место более современным и модным танцам. Однако в 90-х годах 20 века, когда традиция тарантизма, вот того связанного с тарантулом, уже совершенно исчезла, неожиданно возродился огромный интерес именно к феномену тарантизма и одновременно к светским танцам, пиццике и тарантелле.
Исследователи называют этот период неопицца, поскольку, пытаясь возродить древние традиции, энтузиасты неизбежно создают, как всегда, нечто новое. Молодежь вовсю изучает эти танцы, открываются новые школы, проходят фестивали. В Мельпиньян, это недалеко от Галатины, с 1998 года ежегодно в августе устраиваются фестивали «Ночь Тарантула», которые становятся все более многолюдными. Вначале там было 5 тысяч зрителей, уже в 2016 году 150 тысяч. В этих фестивалях вовсю используется символика паутины и паука. Вот это одна из этих фотографий. Эмблемой фестиваля является паук с сердцем. Конечно, можно предположить, что это делается для привлечения туристов, но, по всей видимости, лакуна, создавшаяся после исчезновения тарантизма, должна была чем-то заполниться. И интересно, что воссоздаются ритуалы самого тарантизма, то есть отдельно вот от этой ноты де ла таранта. Еще есть театральные, уже почти театральные, но очень правдоподобные постановки, имитации вот того самого ритуала тарантизма, который проходит в День Святого Павла, 29 июня, именно в этой церкви. То есть настоящих тарантадий уже нет, приходит актер и очень правдоподобно играют их роль. Мнимые тарантадии извиваются в неистовом танце на площади перед церковью, там очень много зрителей, как это и было в прежние времена. Их привозят в церкви на повозках с лошадьми, то есть всю имитацию полную. И перед изображением святого Павла они также, как настоящие жертвы тарантула, входят в транс, пытаются дотронуться, каким-то образом коснуться фигуры святого. В общем, все очень правдоподобно. Таким образом, став из сакральной профанной, тарантелла в последние годы снова обретает, пусть даже в виде имитации, сакральную окраску. И остается предположить, что потребность в хорической магии, мистических ритуалах и, вероятно, притягательность самой загадочной фигуры тарантула остаются неизменными. Недаром «Ночи тарантула» начинаются с призыва, звучащего как девиз: «Балате, балате, тутти кванти, ла таранта и вива, но не морта». Танцуйте, танцуйте все, тарантул жив, не мертв. Спасибо.